что Артем, вы движетесь дальше. Очень тяжелый матч, наверное, был. Хотя по счету так не скажешь. Ну, любой матч непростой, учитывая крайнюю нашу серию со Спёрс, после которой, конечно, немножко расстроились, потому что претендовали на другие цели, в общем-то. Но это будет уроком. Это будет нам уроком, что никогда не нужно расслабляться. И я думаю, сегодня мы подтвердили это, в принципе. Вот сейчас будет играть пара. Извини, что перебил. Сейчас будет играть пара вот команд, с которой вы дальше встретитесь. Останетесь посмотреть. Слушай, на самом деле много дел. Посмотреть не буду, но буду персонально болеть за Стефана. Поэтому удачи. Все. Спасибо, Андрю. Увидимся.